Попробовала сама и теперь всем советую приготовить слоеный сырный пирог из лаваша. Готовить его очень просто. Для этого берем 3 пачки творога по 200 грамм, 3 яйца, 1 пучок укропа измельчаем, 3 зубчика чеснока измельчаем, 1 чайную ложку соли, 200 грамм любого натертого твердого сыра. Все перемешиваем и добавляем 200 грамм кефира. Это будет наша начинка. Выпекать будем в круглой форме. У меня лаваш прямоугольный. Я при помощи ножниц придала ему круглую форму. Обрезки, кстати, не выбрасывайте. У нас есть видео, как приготовить пирог из обрезков лаваша. Выстилаем дно пергаментной бумагой и укладываем слоями. Лаваш начинка. И так, пока не закончится у вас лаваш и начинка. Последний верхний слой – кефир и посыпать сыром. Выпекаем в духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут. Этот пирог очень вкусный как в теплом, так и в холодном виде. И еще, что немаловажно, не калорийный.